другой матч не может начаться, потому что мы ждем победителя противостояния, которое и проходит именно сейчас. Ну, да ладно, будем ждать, и будем ждать до последнего. Стартуют обе стороны. Битвы за острова, и похоже, что первые добираются юнионы на точку дельта. Сбрасывает сейчас HD Games, господи, как я лагаю. Сейчас проход отойдет. Сбрасывает сейчас пехотинцев на точку Браво, делает минус перетяжку по резине, которая заплыла в залив. Юнионам, похоже, не удалось добраться до точки Чарли, но, несмотря на это, Легион Грешник пытается... сделал только что перетяжку, законтрил перетяжку от Альянсов на точку Дельта, но Альянсы все равно добрались на точку Дельта, и пока тут идет бой, Юнион забрали Бравы, и лодка сейчас у Альянсов на Альфе. И чего они ждут, непонятно. Очень что-то сейчас быстро порешалось у юнионов. 5 человек от альянсов забрались на точку Дельта. Юнионы ушли на точку Чарли. Происходит размен по флагам. Энема зашел от команды Альянс. Больше, похоже, замен не произошло. И, в принципе, все мы знаем Энема. Энема очень... опытный литл перщик, и похоже, что, несмотря на это, он потерял, смел отдать просто точку альфа противнику. До последнего сейчас сидит Саймон в лодке, или кто? Легион Грешник сейчас в лодке, нет, подожди. В лодке у нас Саймон сейчас в лодке, похоже, что они свапнулись, потому что нужны было законтрить... вражескую, не дать ей подойти. И юнионы забрали альфа, но испытывать теперь проблемы на Браво. То есть такие вот перетяжки сейчас могут длиться очень-очень долго. Карта водная, но по сути перетяжки между флагами занимают очень много времени. И в случае, если одна из команд потеряет одну из единиц техники, в принципе, все равно игра продолжит длиться дольше, чем обычно, но... ненадолго. В принципе, бан второй лодки на карте Альфа сделал эту карту как бы менее имбовой. Но все же все зависит от стратегии. И похоже, что сейчас именно зажали их на точке Чарли, не дадут просто добраться до точки Дельта, и сейчас пытаются Альянсы перейти на точку Альфа с точки Браво, но в чем проблема? Тут их встречают юнионы, просто перестреливая через кусты, пошла резина от Амброса на точку Альфа. Замечает ли юнион? Замечает сейчас кукушка, что пошла на Альфу. Ну, потихонечку добирается на точку Браво, но тут противостояние идут на двух этажах. Делает ассасин минус по виселю. Ой-ой-ой, сейчас Антинопова как срала наказал. И подходит еще кукушка вместе со своим напарником. Где то напарник? Хэппи Рокки сейчас будет атаковать. Картинка, засели они сейчас по первым этажам. Ой-ой-ой-ой-ой, Антинопа сейчас как просто развел. Сидел бы в углу, Сантинопа, Рокки. И еще минус 2 сейчас юнионы сделали, отбили точку Браво, и тем временем у нас Альфа ушла Альянсом. Амброс перетянул ее. Потеряли юнионы точку Чарли, тут остается Саймон, HD Games, Телазар и Легион Грешник остаются на дельте, пытаются удержать флаг. Но тут беда в чем? Вот эти два красавца, которые застряли вот на лестнице. Вот они, вот он, вот. Кто у нас там? Кобальт, минус! Боже мой, как он выжидал этого момента. Кобальт сделал минус 2 по Little Bird.
Минус Телозар, минус HD Games сейчас у юнионов. И еще два бойца. То есть, я так полагаю, да, это HD Games и Телозар пошли исправлять свою ошибку. Ну а теперь у нас очень жаркий бой на точке Чарли. Сейчас чинит легионы грешника Скайдайвер. Не дает ему погибнуть. И посмотрите, его сейчас обстреливает лодка. Обстреливают с острова. С крыши только что поубивали. Очень-очень мало возможностей сейчас у легиона грешника. Им надо просто выжить. Получает критически еще с помощью ТВ-ракеты. Кто его сейчас обстреливает по той стороне? Я так понял, это Амра сейчас находится по другую сторону баррикады. Да. И решили не оттягивать время, потому что поняли, что не смогут они его перестрелять. И уплывает Амра срочно на точку Альфа, потому что юнионы сделали фулкап. Фулкап сделали на короткий срок, но этот короткий срок, в принципе, сейчас будет выливаться в огромную разницу в тикетах. Тикеты уже стремительно угасают у альянсов. И юнионы спокойно себе контролируют точку Чарли, точку Дельта. У них сейчас единственная что проблема, это точка Браун, на которой находятся два пехотинца от альянсов. Но сидят эти команды по разные стороны зоны захвата. Они уже сейчас подошли, и сейчас будут решать проблему противостояния в ближнем бою. Самоубийца сейчас сделал сами, решил сделать перетяжку и... Да, всех сейчас юнионов убивает с точки Браво. Также сейчас последний боец НМ остается у альянсов на точке Дельта. Ой-ой-ой-ой-ой. НМ убивает Unknown Майка, еще убивает Саймона. Выбора у него совсем немного. Зажал его сейчас вертолет и лодка, и в принципе... Хоть и кобальт на нем появился, но вариантов совсем немного. Пытается навестись через... с иглы через здание, но ракета может просто его убить. Но тем временем у нас бой на Чарли. Амрас подплывает с Тауном на точку Чарли. Забирает ее, но тут есть один боец от Юнион. Кстати, где он сейчас есть? Вот он, боец, минуснул сейчас Тафтон его. И Юнион потеряли свои возможности перебраться на Чары, но тем временем они забрались на Альфу. Полностью заминировали подплыв к ней. И где наш противник? Вот он. Противник спрятался у нас. Энра Тугглс. Спрятался внутри здания. Но похоже, что это не сыграло ему на руку. И два пехотинца Сентинов. И сейчас Эвисель будет ожидать юнионов на подходе Браво. И Телозар ушел на точку Чарли. Здесь ему никто не мешает. Сейчас весь бой сейчас сконцентрирован на точке Дельта. Где, несмотря на то, что уже начался шторм, идет активная атака на вражескую лодку Легиона Грешника. Его, конечно, вычинивают. Работают ТВ-ракеты, вертолеты... Срав сейчас идет с крыши. Но он все еще жив. Удивительно. Никак он не может умереть. 48, 50. Его еще и чинят. Да, чинят сейчас Амраса. Вычинивают обе лодки до последнего. Минусует сейчас. Минус 3 делает. Кобальт. И Юнина, похоже, сейчас будет справляться или на Браво, где сейчас всего один человек. Это Висель находится у альянсов. Или же отправляться на точку Чарли. Нет, они все же сделали упор на Браво. Смотрите, сейчас все ушли с Дельта. Скайдайвер вернулся на Дельта, чтобы ее отжать. И сейчас у альянсов мигают все флаги. То есть им нас сейчас надо будет решать. На точке Чарли у нас сейчас всех юнионов перебили. Да, всех юнионов перебили. 3 на 2 сейчас будет на точке Дельта. И бои сейчас будет их проходить... На точке Браво. Посмотрим же, как будет складываться ситуация здесь. Слышит сейчас Рокки, что к нему поднимается, ждет на подходе. Вышел, минус сделал, там, сойти ногу, минус. И Браво уходит под контроль юниона. Амрас сейчас спрятался
в залив на точке Альфа. Помню, что нельзя ему брать вторую лодку. И Альфа уходит без проблем команде Юния. Но тут уже Ассасин отправляется туда же. И, соответственно, будет решать проблему там со своими напарниками. И сейчас будет бой между двумя Литл Бёрдами. Энема против HD Games. Но HD Games чинил, Энема нет. Энема делает минус 2. Воздух остается под контролем Альянса. Миньоны без какого-либо серьезного сопротивления, за исключением лодки, отправляются на Альфу. Сейчас Амбраш ловит мины, сейчас ловит очень много мин, и я что-то не понял. Наверное, нактивкой поймал, нет? Нет, не нактив... Да, нактивкой, кажется, поймал. Получил сейчас критически с помощью Срава. Делает минус по Ассасину, себе не здоровье у него остается, и... Никто сейчас не сопротивляется, кукушка только остается в качестве мобильной точки респауна для юнионов. И Рокки остается уже на Браво, и весь бой сейчас проходил на Дельте. Сейчас будет решаться, куда они поедут. Скайдайр отправляется на Чарли. Скайдайр отправляется на Чарли. Вот ему, кто будет встречать его сейчас, два бойца. Ну, он Майк сейчас будет помогать ему, Дуглас. Но, помимо прочего, еще... Кукушка сейчас будет воевать на точке Альфа, сейчас будет ждать Кобальта. Найдет ли его Кобальт? Наверное, слышит. Слышит. Делает минус сейчас по кукушке. На Альфе сейчас у Альянсов никого. Бои сейчас продолжаются у юнионов. Сейчас последний боец у нас, вот он. HD Games остается на точке Чарли. И на точку Чарли будет подъезжать лодка. Две лодки, точнее. Самброс будет воевать с Легионом Грешника. Пошел размен ТВ-ракетами. Все же сделали убийство. Амбрас выживает. Ну, в принципе, щит был чинило, что, в принципе, было хорошо. Сейчас была большая ошибка у юнионов, но Скайдайр все еще на ненадолгое время оставался жив на точке Чарли, решил помочь добить лодку. Но, тем не менее, команды идут практически вровень. Но у команды Альянс сейчас имеется под контролем 3 флага. У команды Юнион всего один. Бесящий сейчас Unknown Mind сбивает HD Games. Тем временем Энема убивает перетяжку на точке Браво, и кукушка вместе с Легионом Грешника контролирует ситуацию на точке Альфа. Тут им никто не мешает, они спокойно себя чувствуют. А уже вместе со своими напарниками сейчас полностью пытаются убить всех противников в здании на домашнем флаге Дельта. Убивает. Нет, последний остается Скайдайвер. Он единственный, кто жив. Он решает атаковать, но, в принципе, зря он сейчас это делает, с учетом, что он последний боец на точке. Практически попал сейчас по Энема, но нет. Будет ли сейчас резина в лице Ассасина? Но сейчас Ассасина, видимо, законрит. Да, сейчас Энема сделает минус по резине. Минус делает. Перетяжка не удается, и Амбрас сейчас справляется на Альфу. Похоже, что точка также уйдет Альянсом. Здесь никто не сопротивляется Легион Грешникам. Тоже делает передислокацию. Видимо, сейчас будет все решаться именно в воздухе. И пошел сейчас Энема, сейчас будет решать... минус сейчас сделал? Да, минус, но по квадроциклу. По гидроциклу, прошу прощения, сделал. Но все же считается. Сделал минус. Однако лодка у Альянса все еще сохраняется. Немо делает минус по HD Games. И все юнионы сейчас концентрируются на Браво. Единственный, кстати, сейчас Сайм отправляется на точку Чарли делать перетяжку. Но... проблема сейчас испытывает Легион Гришка, которого зажали на выезде из базы. Очень много сейчас альянсов. Да. Видимо, противостояние в воздухе сейчас на стороне именно Энема. Штигейнсу не очень удалось реализоваться. Но, тем не менее, юнионы продолжают вести бой. Они отправляются на Альфа.
Константин нам сейчас будет воевать против Рус Ассасина. Посмотрим же с Ассасином, как ты у нас будешь воевать. Не видит, что за ним в спину бежит Сентиноп, но и Сентиноп не бежит навстречу Ассасина. Подходит еще два бойца Рокки. Его напарник Кукушка будет воевать за Альфа. Видит Сентиноба, сейчас остается его только добить, и все. Зажат он с двух сторон, минусует сейчас. Альфа, походу, полностью уходит. Да, полностью уходит сейчас с Юнионом. Потеряли сейчас шанс перетяжки на Чарли, Юнионы. И Висель отправился на Браво, где нету сейчас никого из российской команды. Несмотря на то, что сейчас 2 на 2 по флагам, Юнионы проигрывают с разницей почти в 100 тикетов. И эта разница сейчас как-то будет реализовываться с бой третьего флага. Не выпускает Немо никого просто с базы. Уничтожает все гидроциклы, все резины. HD Games ничего ему не может противопоставить. Его также контролирует лодка в лице Амбаса на точке Альфа. И еще еще Джавелины работают у Альянсов. Также Игла. Иглой помогает Анонмай контролировать воздух. И похоже, что HD Games сейчас получит критические попадания. Но нет, сумел выжить, все же сделать минус по лодке. И противостояние продолжается, но разница пока еще не в пользу Union. То есть Union хоть и сделали невероятный камбэк на карте Платина на Меконге, но на моменте, где потеряли Юнионы лодку на точке Чарли в лице Легиона Грешника, это и сыграло ключевую роль вот это вот в этой разнице, более чем, менее чем в 100 тикетах уже. И похоже, что Немо начинает испытывать проблемы от HD Games. Не понял, что сейчас произошло. HD Games понял, что не сможет выиграть воздушную дуэль и дропнулся, но посмотрите, что сейчас будет. Бум! Кобальт. Минус 2. Делает кобальт минус 2. В принципе, на гидроцикле это сделать в разы тяжелее, чем на квадроцикле. Но все же смог реализовать, и похоже, что Юнионы продолжат терять тикеты до конца раунда, и первый раунд на просилах уйдет именно команде Альянс с довольно большой разницей, 118 тикетов.